Мы приехали в порт города Паламос, чтобы разузнать о паламосских креветках, которые считаются одними из самых дорогих и вкусных в мире. Цена доходит до 90 евро за килограмм. Но репортаж получился не о них, или совсем не о них. А про креветки смотрите в постскриптуме к этому репортажу. В течение дня большие и не очень большие, маленькие суда подходят к причалам, выгружают свой улов в синие такие ящики и их везут на аукцион. Рыбак назначает максимальную цену за свой улов, а покупатели голосуют рублем. Или евро, точнее. Если не покупают, цена снижается. Еще не покупают, еще снижается. Еще не покупают, уходит на рынок, на котором мы только что сейчас были. А рыбак сидит у монитора и наблюдает, купили у него улов, весь или не весь, какую цену дали. Швартуется. Отдать концы и привязать до книг. Рыбаки повезли свой улов на аукцион и будут сидеть возле монитора и ждать, сколько денег заработали. Мы поговорили с рыбаком Карлосом. Он выгрузил, промыл, прочистил, отсортировал свой улов, уложил в синенькие ящики и отправил вот сюда. Эти ящики выставляют на транспортер, и там их уже ждут покупатели. Сам рыбак остается на улице и ждет результатов торгов, и увидит, сколько он сегодня заработал, и все ли у него купили. Все цены и вся торговля видно вот на этом мониторе. С правой стороны покупатели, в средней колонке цена текущая, и вот написано: креветка белая. Сколько этот покупатель купил килограмм? Да, и видно, сколько килограмм купил покупатель, такой-то или такой-то или такой-то. А наверху видно красным — это средняя цена, да? Давай спросим у Карлоса, какой у него самый счастливый день в жизни. Это его? А, вот у Карлоса сейчас идет торги.
вот он ожидает, смотрит на монитор и видит, сколько же он сегодня за рыбалку выручит денег. Это будет его заработок. Поэтому мы сейчас ему не будем задавать вопросы. А вот парковка рядом с аукционным залом. Приехали магазины, лавки, рестораны закупиться продукцией. Фургоны и фургончики разных размеров, больших и малых. Сейчас они скупят на аукционе все и повезут покупателю. Девушка-продавец анчоусов на территории порта просветила нас, как происходит аукцион. Вот в этом большом здании с обратной стороны приходят к причалу рыбаки и выгружают свою продукцию на аукцион. Нас, простых смертных, туда не пускают. Там торгуются представители ресторанов и магазинов. Все, что не купили, рестораны и магазины, передается вот на этот рынок. И здесь уже можно купить и нам. Откроется это все через 20 минут. И мы пойдем посмотрим, что же осталось нам, простым смертным. Еще раз сниму весь рынок. С морскими волнами над головой. С рыбным изобилием. Вот так вот мне вот собирают с корабля на машину для ремонта, просушки. Рыбу сдали, но рабочий день на этом не закончился. Нужно уложить и почистить все снасти. Но это какая-то с крупной ячеей. А, хотя нет. Ой, какая она длиной. 100 метров, наверное. Сеть. Вот ее чинят, подшивают. И потом укладут свой пароход, теплоход. Скучает? А спроси, сколько лет проработал? Сколько лет проработал моряком? Сорок. Бен? Хорошо. Спроси, тяжелый труд? Да, тяжелый труд. Porque aquí el verano es muy corto. Calma, calma. Muy pocos días. Siempre con la montana, con el barbín, y como para la gamba tienes que ir muy fuera. Allí es todo. Te tiene que gustar. А скажите это. Вот когда отпуск, куда-то ездят или... Ай, cuando...
nosotros hacíamos un mes. No, antes no se hacían vacaciones. Y después, bueno, un mes. Y ahora no se hacen vacaciones porque hacen dos meses de veda. No. Siempre aquí. Tanto acá. Porque siempre tenía pequeño, tres hijas pequeñas, tampoco podíamos. Sí, claro. Pero es una faena muy pesada. Antes los barcos, este que ha venido, iban 7 o 8 personas. Ahora van 3. Y antes de sus barcos iban de otro a otro. No hay juventud que quiera ser pescador. Y hay una serie de barcos que no tienen hijos. Tienen hijas. ¿Hay hijas también? В конце посолить. Они другой солью солят вообще. Ты снимаешь, что ли? Да. Ну что? Поломоз закончилась покупкой вот этой замечательной креветки. В принципе, вся наша поездка была из-за этой креветки. Узнать, как она ловится. Говорят, что она самая вкусная в мире. Ну и цена у нее соответственно. Мелкая креветка стоит 32 евро. И максимальную цену мы видели 88 евро. На 88 евро мы не решились. Мы купили по 58. И сейчас будем готовить. Мы спросили на рынке лучший рецепт приготовления, а нам сказали, лучшего, чем просто поджарить, нет никакого рецепта. Смазать сковороду маслом оливковым и в завершение посолить. Все. Чтобы не испортить вкус настоящие поломоцкие креветки. Так. Вот такого она необычного цвета. Говорят, что под водой она белая, а когда ее вынимают из воды, она становится вот такого темно-красного цвета. Все. Теперь уже приступим дегустировать. Угу. Поломоцкая креветка. Такая красивая, красного цвета. Дорого стоит. Но она того стоит по вкусу.
А, очень просто. Я вам сейчас покажу, как ее чистить. Во-первых, голову отламываем. Потом чуть-чуть вот здесь, где ножки, раскалываем. И вот так берем. И она вот раз. Ах, чуть-чуть осталось. Но очень легко вынимается. Мягкая, вкусная. Какая-то нежная. Не похожа на обычную. Приятного аппетита.